Всем привет! Вы на канале Макс Солнечный и добро пожаловать, welcome to мой канал. Кого только не заносит на YouTube в наше время, и я этому не исключение, но тот персонаж, о котором я недавно узнал и о котором я сейчас снимаю это видео, просто нечто, понимаете, это просто нечто. Это нельзя описать нормальными словами. Так как она стала популярной? Как она стала популярной с такими видосами? Наверное, здесь играют роли личные качества, такие как индивидуальность, артистичность, находчивость и, наверное, таки бесподобность. Это очень-очень бесподобный, ну прям изи бесподобный персонаж. Знакомьтесь, мисс Натали Омск, 55 ТВ, и никак иначе. На канале мисс Натали Омск 55 ТВ. Ну, я ее называю не так, и по секрету, пока меня сюда не видит, не слышит, поэтому можно называть ее Натаха. Давайте же глянем сначала первый видос о том, где она рассказывает, какая она, о ее личных качествах характера. Характера добрая, очень добрая, добрая, очень, не очень добрая, отходчивая, иду на уступки, гордая и самоуверенная. Добрая, очень добрая. Самое главное, что она добрая, ведь добро всегда превосходствует зло. Наша Натаха очень разносторонний человек. У нее столько талантов скрытых и такой интерес к жизни. Вот, к примеру, вы любите петь? Я люблю петь. Я хочу научиться, но у меня не получается. А давайте посмотрим, как это получается у Наташки нашей. На большом воздушном шаре. Я бою львем пешком, пешком побольше. Больше быть на миже к метеом. Я бою львем пешком, пешком больше, я его вытащу, люди больше долго. И он есть резака, я ем. Ну как так, Натаха, проснись, ты чё? На большом воздушном шаре. Петь не умею, конечно, но это было что-то с чем-то, просто нет слов. Хоть у нее все-таки не получается красиво петь, но видно, что она старается, она хочет, и у нее получится, если она будет к этому стремиться. Ну а помимо этого, Натаха любит еще танцевать. Вы не знали об этом? Сейчас узнаете. Смотрим. Танец. Танцуем, бомба. Что я могу сказать? Перфетто! Помните в детстве, когда у нас только начали появляться компьютеры, мы все любили в Windows Live Movie Maker или просто Movie Maker создавать некие кинофильмы в киностудии. Мы поставили фотографии, под эти фотографии музыку, и мы радовались этому. Натаха это тоже очень сильно любит делать. Это не женщина, это беда. Я с такой, как она, ни за что никогда. Это не женщина, но я не ведусь. Я в другую уже никогда не влюблюсь. Такой, как она, не то что в кино не ходят. С ней страшно будет в одном лифте проехаться. Я уже не говорю об
чем-то высоком таком. Мне кажется, что сюда подойдет по смыслу больше другая песня. Смотрите. Я Мишка Гумми-бер, вкуснющий гумми-бер. Я мармеладный, вкусный, пухлый Мишка Гумми-бер. Я Мишка Гумми-бер, вкуснющий гумми-бер. Танцующий, поющий, клёвый Мишка Гумми-бер. Ой-е, гумми-гумми-гумми, Мишка Гумми-бер. Гумми-гумми-гумми, Мишка Гумми-бер. Вот за все это время у вас не назрел вопрос, а сколько же ей все-таки лет? Потому что выглядит она очень стара, ну не молода, так скажем. Вот у меня назрел такой вопрос, и я хотел бы узнать ответ на этот вопрос. Сколько нашей Натахе лет? Мне будет 33 через 4 недели. Ну да, только в 34 года можно снимать реакции на Кока-Колу с содой. Колу добавит соду. Посмотрим, что будет. О. Капец. Капец. Это видео не имеет цели кого-то оскорбить или унизить. Если видео задело ваши личные чувства, то я приношу свои глубочайшие извинения перед вами. Ну все, ребят, это видео подошло к концу, на этом я не останавливаюсь. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх и пишите в комментариях, если хотите видеть вторую часть, продолжение. Для видеоблогера всегда важны лайки и комментарии, они решают все. Поэтому дерзайте, всем спасибо за просмотр, с вами был Макс, и до скорой встречи, моя любовь. Дальше слова забыл я, всем пока.